Добрый вечер. Эфир телеканала «Кубань-24». Продолжает программа «Через край». Эфир наш для тех, кто живет и работает на кубанской земле. Меня зовут Денис Сидоров. Спасибо, что этот вечер вы проводите вместе с нами. Мы начинаем. Мы уже привыкли к тому, что у нас кто-то что-то копирует. И я сейчас имею в виду, конечно же, товары. Как наши отечественные, так и зарубежные марки. С этим, конечно, пытаются бороться, но подделок до сих пор на нашем рынке очень много. И одно дело купить контрафактную одежду, какого-нибудь копию известного бренда и носить ее, если она безопасна, конечно. И другое дело построить свой дом из поддельного цемента или натянуть потолок с явным химическим запахом. Во время строительства и ремонта жилья решающую роль для многих, как правило, играет именно стоимость материалов. И многие этим пользуются. Каждый год на нашем отечественном рынке появляется все больше поддельных и некачественных материалов, доступных по цене, но угрожающих жизни и здоровью. Подделывают все, начиная от цемента и сыпучих смесей, заканчивая плиткой и пластиковыми окнами. Чем же опасны контрафактные стройматериалы? Кто контролирует производителей и продавцов? Из чего строят современное жилье? На эти и многие другие вопросы попытаемся найти сегодня ответы в нашей студии. Я с радостью представлю гостей, которые согласились обсудить эту тему вместе с нами. Виктория Николаевна Соловьева, руководитель отдела дистрибуции компании «Муравей». Добрый вечер. Добрый вечер. Владимир Владимирович Мостовой, первый заместитель руководителя Департамента промышленной политики Краснодарского края. Здравствуйте. Добрый вечер. Также с нами Огурцов Сергей Александрович, заместитель руководителя Краснодарского регионального отделения Российского союза промышленников и предпринимателей. Добрый вечер. Добрый вечер. И Дмитрий Юрьевич Назаров, субподрядчик строительной компании. Здравствуйте. Я приглашаю присоединиться к нашему разговору и вас, дорогие телезрители. Сделать это вы прежде всего можете по телефону 274-11-14, код Краснодара 861. Напоминаю, для тех, у кого есть вопросы относительно качества строительства и качества стройматериалов. Также вы можете писать нам сообщения в соцсетях ВКонтакте и Facebook и на прямой номер WhatsApp. Телефон сейчас диктую и записывайте, также видите его на экране. 8-918-120-6-30. И, конечно, у нас есть такое средство коммуникации, как наш портал kuban24.tv, сайт в интернете. И у всех посетителей сегодня мы спрашиваем, как выбрать качественные строительные материалы. Что думаете вы по этому поводу? Предлагаем 4 варианта ответа. Покупать только в крупных магазинах, доверить свой выбор подрядчику, следовать советам знакомых или покупать напрямую у производителя. Вот если провести уже такие первичные промежуточные итоги, я вижу, что почти половина всех посетителей нашего сайта говорят о том, что покупать нужно непременно в крупных магазинах. 48% доверяют именно крупным сетевикам. Между прочим, этот вопрос сегодня поднимали и мы в редакции, прежде чем отправить наших корреспондентов на съемки соцопроса. И куда бы вы думали, мы поехали? Конечно, на строительный рынок, потому что бытует такое мнение, что именно там продают некачественные, дешевые и, может быть, даже опасные стройматериалы. Давайте посмотрим, какие же ответы получили мы сегодня на улицах в районе строительного рынка. Не помню. По крайней мере, я пользуюсь стройматериалами только те, которые знаю. А где вы берете обычно? На сеном рынке беру. Бывает, если нет на сеном, то, конечно, езжу по магазинам, ищу. Ну, вот здесь, на рынке, у своих знакомых. А в больших магазинах? Я в большие магазины езжу из-за очередей. Пока припаркуешься, пока поднимешься, пока выберешь, пока вынесут. А тут деньги отдал, забрал. Нет, всегда качественные. А где покупали качественные? Вот здесь, на рынке. Краска. А что с ней было не так? Ну, она просрочена была или там замерзшая на улице простояла. Да нет, не было у меня такого. Всегда только качественные? Да. Да нет, я всегда только качественные покупаю. А вы где обычно покупаете? Ну, если я здесь работаю, я их здесь их покупаю. Не попадали. Всегда только качественные? Ну, по идее, да, большинство, да. Но сталкивались с некачественными материалами. Стекло в ванну разбило, тая пришло. Все зависит, конечно, от цены. Качество зависит от цены. Ну и действительно, стройматериалы лучше покупать у проверенных, допустим, поставщиков. Да потому что я лично однозначно уверен в том, что в крупных сетях материалы продаются все-таки низкого качества. Скажем так, качество ниже, чем требуется. Это было мнение людей на улицах. Его мы еще обсудим и с нашими гостями в студии. Надеюсь, вы присоединитесь к нашей беседе. Сейчас же предлагаю сразу, пока еще тема актуальна и горяча, посмотреть на другую сторону вопроса. Это наш сюжет, который выходил в программе «Факты» на прошлой неделе. И он говорит о том, что на том, насколько большой процент именно поддельной продукции на нашем строительном рынке. Смотрим его и возвращаемся в студию. Несущие конструкции зданий рассыпаются словно труха. Это новостройка в Краснодаре. Здесь опалубку залили, как оказалось, поддельным цементом. Вот результат. Видео сняли бескуражные рабочие.
Краснодарском крае почти половина тарированного цемента в мешках – контрафакт. Им торгуют на придорожных рынках. Но и крупные гипермаркеты – не исключение. Последняя проверка показала, только в Краснодаре в 5 магазинах был найден фальсификат. На упаковке указана прочность цемента, но она не соответствует действительности. Самый ходовой товар с маркировкой 500. Это означает, что один кубический сантиметр смеси может выдержать нагрузку до полутонны. Из такого цемента строят высотные здания, он отлично подходит для фундамента и несущих конструкций. А материал с маркировкой 300 сильного давления не выдержит, он годится только для отделочных работ. Дмитрий Супряткин может с первого взгляда определить, где цемент настоящий, а где опасная подделка. На протяжении 10 лет он выводит на чистую воду тех, кто прикрывается известными марками. Вот два мешка. Для покупателя они идентичны, но опытный строитель сразу находит отличие. На контрафактном мешке с цементом отсутствует адрес изготовителя, производитель данного цемента. Кроме того, отсутствует сертификат соответствия, как вот на оригинальном мешке, где указывается его номер, срок действия, с какого по какой он действует, и кто выдал, кто орган, выдавший данный сертификат. Вот так на рынках продают цемент от якобы известного производителя в фирменной упаковке. Убедиться, что стройматериал на прилавке подлинный, можно, изучив надписи на мешке. Наименование марки и класса цемента, контакты производителя и знак госстандарта. За прошлый год предприятия Кубани произвели около 5,5 миллионов тонн цемента. Наше конкретное производство имеет мощность 2 миллиона тонн цемента в год. Ну, соответственно, с учетом завода «Пролетария» в Верхнебаканске мы полностью можем обеспечивать южный регион высококачественным цементом. Качество цемента определяет его состав. На заводах обычно смешивают карбонатные и глинистые горные породы. Но в Новороссийске ставку делают на мергель. Это природный сплав двух составляющих качественного цемента. Здесь хранится оперативный запас сырья. Склад вмещает 36 тысяч тонн мергеля. Горная порода состоит из карбоната кальция и глинистых минералов. А здесь цемент после помола отправляют в отдел технического контроля. Специалисты проверяют не только собственную продукцию. На экспертизу мы привезли один из мешков поддельного стройматериала. Такой хрупкий цемент состоит из различных примесей, как зола и шлак. Их доля может достигать от 30 до 60%. Такой состав не способен выдержать давление стен даже в частном двухэтажном доме. Между тем, цемента, который производит в регионе заводы по технологическим нормам, достаточно, чтобы выполнить заказы всех стройплощадок в крае. Для нас очень важно сегодня, чтобы та продукция, которая производится, она отвечала всем требованиям. И мы, к сожалению, фиксируем сегодня факты наличия на рынке продажи строительных материалов в продукцию некачественную, продукцию контрафактную, промышленную продукцию. Эти объемы оцениваются в порядка 25% от общего объема тарированного цемента, или в деньгах примерно наше предприятие теряет около 1 миллиарда рублей ежегодно. Но самое страшное – подделки угрожают жизням кубанцев. С контрафактом сейчас борются на краевом уровне. В регионе создана специальная межведомственная комиссия, задача которой не только убрать некачественный цемент с полок магазинов, но и закрыть незаконных производителей. Возвращаемся в нашу студию и начинаем таки обсуждать с гостями вопрос качественных и некачественных строительных материалов. Получается такая спорная ситуация. С одной стороны, наши краевые власти говорят о том, что процент подделки на рынке строительных материалов очень высок. С другой стороны, наши жители вроде бы с ним никогда не встречались. Давайте узнаем, что по этому поводу думают наши гости. Владимир Владимирович, на самом деле, актуальна ли для нас проблема подделки, если все начинается с цемента, с фундамента? Давайте вот о нем мы поговорим в частности, а потом в общем о всем рынке. Откуда поднялась эта тема? Почему вдруг решили, что подделок очень много и это опасно? Денис, ну, в первую очередь, я хотел бы поучаствовать в вашем опросе. Пожалуйста. Что, кому доверяете? Я все-таки не объединял, где хорошая продукция, где плохая. Угу. Есть там сети, рынки. В первую очередь, торгуют нелегальным товаром недобросовестные предприниматели. Те, которые не заботятся о своей репутации. Тем, кому все равно о том, куда дальше пойдет эта продукция, из чего будут строить дома, дачи и прочее, прочее. Поэтому хватает и в сетях, и в мелких торговых точках негодяев. Нарваться можно и там, и там, да? И в больших рынке, да? Я немножко забегая вперед, скажу, что вот те наши меры, которые мы начали предпринимать последние 3 месяца, в первую очередь повлияли на сети.
То есть в крупных сетевых магазинах отказались от цемента, который был не совсем доброкачественный, это нужно признать. Угу. И вот мы смело можем говорить, что вот сетевиков мы уже зачистили. И в крупных торговых центрах, которые специализируются на стройматериалах, эта проблема ушла. Разумеется, мелких продавцов гораздо больше. Им нужно уделить больше внимания, больше сил контролирующим органам. Угу. Поэтому, конечно же, там еще остается определенная проблематика. Но, тем не менее, мы тоже фиксируем, что по цементу идет хорошая динамика и тенденция в нужную для нас сторону. Второй момент этого вопроса, который бы я хотел бы отметить, что, конечно же, профессионалы, те люди, которые каждый день работают со стройматериалами, строители, они, конечно, лучше в этом разбираются и на своем опыте это хорошо знают. Ну а как быть обычным жителям края, которые заказывают у строителей те или иные работы? Угу. Есть среди строителей тоже недобросовестные, к сожалению, да, люди, которые, условно, получили там денег, там, поедь, купи там 10 мешков цемента. И очень часто так бывает, на строительных рынках мы отмечали, что есть и легальный цемент, и нелегальный. Ну, можно сэкономить там, условно, на мешке 40 рублей и купить, не совсем хороший, пойдет. Ну и ладно. Угу. А кто там разбирается, там молодая девушка, там, или не каждый разбирается в стройке так хорошо, как строители. Поэтому есть такие моменты. В любом случае, конечно же, рассчитывать на одну порядочность не стоит, поэтому, собственно, и есть такая задача, и на краевом уровне она поставлена была, позаниматься рынком стройматериалов. На федеральном уровне есть такая проблема, и она зафиксирована в стратегии противодействия обороту контрафактной продукции, где наряду с продукцией легкой промышленности, стройматериалом, уделяется очень большое внимание. Собственно, это и общероссийская проблема, по которой мы очень плотно отрабатываем тоже с коллегами из Минпромторга. Вот в этом-то и дело. Очень любопытно стало, что мы, знаете, привыкли и в этой студии, да и вообще на фоне СМИ говорить о том, что есть контрафакт алкогольной продукции, да, там медикаментов, каких-то товаров первой необходимости. А тут, казалось бы, стройматериалы, кто бы мог подумать. Но на самом деле процент высок, поэтому мы, собственно, и взялись сегодня обсуждать эту тему. Ну, раз уж речь зашла о строительных компаниях, о подрядчиках, субподрядчиках, давайте с представителем такой компании поговорим. Дмитрий Юрьевич, вам в своей практике доводилось встречаться, может быть, с недобросовестными поставщиками, с недобросовестными строителями? Вообще, тема контрафакта и подделки стройматериалов для нашего края, для вас, в частности, актуальна? Приходится как-то выбирать поставщиков, когда вы берете тот или иной подряд? Ну, Денис, хочется такой момент заметить. Угу. Последние несколько лет постоянно обрывают телефоны, звонят предложениями, на почту высылают разного рода поставщики. Ну, допустим, если говорить за металлоконструкции, которые идут на стройки везде, предлагают металл, предлагают сопутствующие там краски и так далее. Но вот если взять порошковое, условно, порошковое покрытие, которое обрабатывается поверхности, значит, там идет определенная технология, определенный процесс обработки металла, подготовки металла, потом нанесение этого порошка и в печи полимеризации при большой температуре. Верить сертификатам, верить каким-то документам мы перестали. То есть, если поставщик нам отдает, мы должны попробовать это обкатать. То есть, с поставщиком определенные условия. Мы берем это обкатать, мы не можем сразу ставить на дом и так далее. Заключать долгосрочный контракт. Да, мы должны это обкатать. К сожалению, в большинстве случаев цена, которую говорят, да, она не всегда говорит, что если высокая цена, значит товар будет хороший. Это не правило. Вот. Да, выходят промахи, да, выходят вот такие вот, но это, к сожалению, вылазит через какое-то время. Ну да. И перед тем, как взять какого-то поставщика, условно, на порошковое покрытие, которое будет окрашено, там, ограждение, двери и так далее, это пройдет, наверное, полгода, пока это вылезет, все это. Значит, так везде. Абсолютно везде. Ну а если говорить о таких материалах, как, допустим, бетон, цемент, то, наверное, еще больше времени, да, пройдет, прежде чем появятся, там, условно говоря, трещины, фундаменты или вот стена. Со своего опыта по бетону могу так сказать, что там есть сроки, когда залили бетон. То есть там есть первые 2-3 дня, что с ним происходит, если правильно ухаживать, потом первая неделя, потом 3 недели, да, и потом, когда он уже крепнет, да, это, бетон прочность набирает 50 лет.
А вот потом он начинает ослаблять. Но первое важное, это самые первые 3 недели, когда можно и опалубку прорядить, когда можно снять нагрузку с несущей конструкции, уменьшить нагрузку, но не полностью уменьшить, да, и там 2 месяца надо подождать, чтобы убрать, поставить, опереться на этот бетон. Потом только прочнит. Вот поэтому за первые 3 недели уже можно полностью сказать вообще, что это за материал идет. Вот и какого было качества. Да, и какого было качества. Хочется надеяться, что наши застройщики и подрядчики выполняют все вот эти действия, о которых вы сказали, потому что нам-то простым обывателям это все тайно за себя. Нет, хотел еще сказать по сейсмике. Сталкивался с арматурой. Значит, ну про арматуру речи вообще не было, но мы все знаем, что при монолитных работах это важный момент, да, арматура. Но вот арматуру, которую производят у нас здесь в регионе, это Новороссийск, да, и Абинск. Абинск. Да, Абинск. Да, да. Поправлю, Абинск. Именно, и да, Абинск, я сам с Абинска. Вот, да. Значит, характеристики этой арматуры, если сравнивать там с турецкой арматурой и так далее, к сожалению, они не такие вот, она не такая гибкая, она вот не так тянется, она не такая, ну, если по сейсмику говорить, то сейсмика у нее хуже, чем у зарубежных аналогов. Интересное мнение. У нашей, да, у нашей арматуры. Ну, это все знают, это не секрет. Ну, давайте, да, к арматуре еще вернемся. Сейчас хочу все-таки к частному рынку вернуться, к потребителям. А, Виктория Николаевна, вот что бы вы могли сказать нашим зрителям, которые вот, проголосовали за рынок единодушно, единогласно, или, может быть, поддержать Владимира Владимировича, который говорит о том, что сетевики, да, более-менее крупные магазины, к которым и вы относитесь, в том числе, торгуют более надежными, более качественными материалами. Да, Денис, вы меня немножечко опередили. Я как раз-таки хотела сказать, да, вот Владимир Владимирович точно заметил, что для сетевиков, для торгующих компаний, их лицо, да, их имидж – это превыше всего. Поэтому работать с проверенными производителями, да, и говорить о том, что там подделывают сертификаты, это нонсенс, исключено. То есть серьезный производитель никогда не пойдет на то, чтобы подделать сертификат. Поэтому мы работаем только лишь с проверенными производителями, которым можно быстро предъявить свои рекламации. То есть мы быстро реагируем на своих потребителей. Да? Это обычный частный сектор, можно сказать. Да? Хотя мы работаем и с крупными застройщиками в том числе. То есть есть и большие объемы в том числе, да, правильно? Да, да. Вот, поэтому прежде всего это выбор поставщика. Выбор поставщика, и здесь действительно для нас цена уже как таковой роли не играет. Потому что мы пришли уже к тому моменту, да, мы уже выросли, так сказать, да, из тех каких-то там 90-х, или не знаю, когда все хотели низкого, сиюминутная выгода. Нет. То есть, как бы, если компания на рынке, как мы уже, торговый дом «Муравей», уже 25 лет, вот, то ну, как бы к нам люди есть идут. Репутация, которую можно потерять, да, в этот момент. Да, понятно. Поэтому только проверенный поставщик. Хорошо, как вы выбираете поставщиков, как вы с ними работаете, мы еще обсудим. Сейчас телефонный звонок принимаем. Для того, чтобы решить все-таки вопрос с цементом, мы связались с «Новороссцементом», нашим известным цементным заводом. И на связи с нами начальник производственно-технического отдела этого завода Вячеслав Владимирович Шевчик. Здравствуйте, Вячеслав Владимирович. Добрый вечер. Прежде всего, конечно, к вам, как к начальнику производственно-технического отдела, вопрос. Как же нам, простым обывателям, отличать качественный цемент от фальсифицированного? По каким признакам это можно понять, не специалистов? Ну, самое простое, как и с любым продуктом, нужно начать внимательно изучение упаковки. То есть, как и на любой продукт, она должна содержать четкое наименование производителя цемента, юридического лица, ну, там, открытого акционерного общества, там. Потому что в большинстве случаев на фальсифицированной продукции этого нет. Обычно ограничивается обозначением места производства, допустим, цемент новороссийских заводов или цемент новороссийской группы или новороссийский цемент. То есть нету юридического лица. Второе, должна быть товарный знак этого изготовителя. Сложно, может, для простого. Вячеслав Владимирович, вот должен вас перебить, просто мы пару минут назад буквально смотрели сюжет наших коллег из информационной программы о том, что вот эти недобросовестные производители подделывают в том числе и упаковку. Теперь в этой связи немножко, может быть, странный вопрос, но тем не менее, после строительства как ведет себя качественный цемент, что происходит с фальсифицированным, ну и главное, что делать, если ты уже залил, условно говоря, опалубку, не разбирать же ее? Можно ли как-то исправить проблему по ходу? Ну, по ходу, конечно, очень сложно сделать уже что-то. Или дополнительно усиливать какими-то армирующими поясами дополнительными.
А так, конечно, фальсифицированный цемент вот из тех образцов, что нам попадали для анализа, он отличается практически вдвое меньшей прочностью. То есть его разводят инертным материалом, ну, доступным, тонкодисперсным, и фасуют в мешки. Соответственно, может, он там и немножко дешевле, но прочность цемента фактически вдвое меньше, чем у качественного продукта. То есть здесь, конечно, стоит подумать, прежде чем покупать. Ну, то есть вот на еще цену, такая на цену тоже информация полезна будет. Можно перед покупкой ознакомиться с фирменной упаковочной тарой. Потому что практически у всех производителей на сайте размещен макет мешка, как он выглядит в оригинале. Можно его сфотографировать и прийти на рынок и, собственно, даже встречать или в торговой сети с вот, оригинальной, кстати, упаковкой. О местах продажи, точки продажи. Скажите, где чаще, по вашему мнению, может быть, по вашему опыту, могут встречаться вот эти поддельные материалы? Все-таки в больших магазинах или на рынках и маленьких торговых точках? Ну, кому, как правило, на рынках больше и маленьких торговых точках. Вот вдоль дороги, вдоль трасс наших федеральных часто их реализуют. Она обычно даже стихийная, это типа вот такой какой-то машины стоит, и с нее идет реализация. Спасибо большое. Мы прислушались к вашим советам. Вячеслав Владимирович, начальник производственно-технического отдела «Новороссцемента», был на связи с нами. Прокомментируйте, Владимир Владимирович. Да, хотел добавить, что мы давным-давно научились читать этикетку на продовольственных товарах. Мы в магазин приходим, вот, читаем, речь, смотрим, да. Там добавки Е, там такие-то, 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 консерванты. Прочее, да. Нам уже давным-давно пора научиться читать этикетку и на непродовольственных товарах. Это касается, в первую очередь, конечно, строительных материалов, от них зависит жизнь и здоровье людей. Это кабельная продукция, от которой вот мы всех хорошо знаем недавний случай «Зимняя вишня», да, где, да, в том числе из-за недобросовестных поставщиков кабельной продукции такие ситуации возникали. И для нас очень важно, чтобы каждый потребитель, не только профессионал-строитель, но и любой из жителей края, кто захочет приобрести тот или иной стройматериал для себя, он был обезопасен как со стороны, как бы, в целом торговой сети, так и сам понимал. То есть для нас очень важно, что когда потребитель знает, как не купить контрафакт, его самого по себе этого контрафакта не будет на рынке, его не станет невыгодно производить. Ну, конечно, конечно. Сергей Александрович, вам по роду своей деятельности с какими нарушениями, может быть, контрафактом приходилось, доводилось сталкиваться? Вот вы как оцениваете масштаб проблемы вот этих контрафактных изделий, товаров на строительном рынке Краснодарского края и России? Да, масштаб-то вообще-то потрясающий. Если бы не было этого масштаба, засилие контрафактной продукции, наверное, бы и не принималась в 2016 году стратегия по противодействию незаконному обороту промышленных товаров. Потому что это на уровне России. В этой стратегии расписано очень много и конкретно расписано направление, по которым надо работать. Это экономическая составляющая прежде всего, потому что кризис продолжается экономически. В любом случае, способность населения приобретать более дорогие товары пока у нас невысокая, поэтому идет на рынок и выбирает, конечно, вот из того, что есть. Ну, мы об этом все говорили. Товар более низкий по цене. А это все приводит, конечно же, к тому, что, ну, все прекрасно помним, года два назад, наверное, в Омске развалилась казарма военнослужащих с человеческими жертвами. Вот он, цемент, который был совершенно некачественный, да, и привело к жертвам то же самое «Зимняя вишня» и утеплители, которые должны выдерживать температуру большую, а они применяются такие, что начинают полыхать и тоже приводит к человеческим жертвам. Ну, это страшно, это трагедия, по большому счету, которая приходит к людям в дом. Поэтому вопрос это очень серьезный. И, конечно же, нужен контроль. Контроль постоянный. Мы неоднократно говорили о том, что пора бы нам опять соединять. Ведь в свое время и строительные материалы, и строительная отрасль, она подчинялась одному ведомству, было Минстрой. Сейчас у нас это разделили структуру. У нас Министерство строительства отвечает за стройку, а Министерство промышленности отвечает за строительные материалы. Ну, наверное, не совсем это правильно, и мы говорим на всех уровнях, пора это объединять, и контроль нужно возвращать Министерству строительства за строительными материалами.
вот речь шла здесь о том, что сертификатам не верят. И действительно, эта проблема есть, потому что за это коррупция. За деньги приобретают часто сертификаты на товар, который не отвечает этим стандартам. Это тоже опасно и страшно. И, конечно же, вот в больших супермаркетах, сетях, там больше подвергается контролю да, товар, который поступает к ним на прилавке. Uh-huh. А то, что делается на рынках, конечно же, это сложно. И человеку, который просто приходит, он купил этот цемент или любой материал и строит дом небольшой одноэтажный, ну, конечно же, он не обнаружит вот это качество сразу там, оно проявится, mm-hmm. может быть, через год, через два. Это строители, которые возводят большие, и было в моей практике, когда колонны, несколько этажей мы уже построили, и потом оказалось, что, да, цемент оказался не того качества, и пришлось таргетировать эти колонны. Другого нельзя было сделать. Их просто обшивали металлическим конструкциям, усиливали, да. Это страшно. То есть проблема имеет место быть? Она есть. Ну что ж. За качеством надо следить, это очень серьезно, да. О том, как следить за качеством, как выбрать безопасные и, главное, качественные материалы, будем говорить мы далее по ходу нашей программы. Сейчас короткая пауза, после которой вернемся. Не переключайтесь. Прямой эфир телеканала «Кубань-24» продолжается. Спасибо, что остаетесь с нами. Напоминаю, что сегодня мы говорим о рынке качественных и некачественных. Как выяснилось, есть и такой рынок у нас строительных материалов. О том, как же разобраться, как выбрать безопасный материал для себя и своих близких, будем выяснять мы по ходу нашей программы далее. Напоминаю про телефон в студии 274-11-14, код Краснодара 861. Или пишите нам сообщение на номер WhatsApp, который периодически появляется на ваших экранах. Вот сейчас в предыдущем блоке до рекламы мы говорили о том, какие, ну, упоминалось уже несколько примеров использования некачественных материалов. Я хотел бы тоже напомнить некоторые из них, буквально случаи, которые, может быть, не получили широкой огласки, но, тем не менее, имели место быть. Так, например, в Уфе из-за некачественных стройматериалов обрушался фасад многоэтажки. Облицовка была недолжного качества, и проведены работы были не соответствующего уровня, и от порывов ветра она просто слетала с дома. Сейчас я попрошу эти кадры вам показать. Также в Саранске рухнули лестничные пролеты с 10 этажа по 1. Были и такие случаи. Там были названы как причины нарушения правил строительства и, конечно же, использование некачественных стройматериалов. И относительно недавняя трагедия, ну, да, для строителей, наверное, для застройщиков это была трагедия. Хорошо, что никто не пострадал в том происшествии, но, тем не менее, в подмосковном Купчине детский садик обрушился из-за некачественного бетона. При бетонировании рухнул лестничный марш и перекрытие с 3 по 1 этаж. Хорошо, что это все произошло еще только на этапе строительства, а не после того, как сдали в эксплуатацию этот детский садик. В этой связи, Владимир Владимирович, у меня вопрос к вам. Какой ущерб для экономики в целом и для строительной отрасли в частности вот, наносит существование поддельного рынка строительных материалов? Кто и как контролирует этот оборот? И в сюжете коллег было озвучено, и я готов подтвердить эти цифры, что экономика только на поддельном цементе края теряет порядка 1 000 000 000 рублей в год. Это объемов промышленного производства. Угу. То есть, соответственно, вот этот нелегальный оборот создает условия, которые сдерживают развитие легального оборота цемента, качественного цемента. Ну, разумеется, неравные конкурентные условия. Собственно, и вот эта стратегия противодействия незаконному обороту промышленной продукции, о которой Сергей Александрович говорил, она и в первую очередь призвана создать условия для роста легального промышленного производства. Ни для кого не секрет, что в легкой промышленности контрафакт очень серьезно сдерживает развитие в Краснодарском крае, в Российской Федерации, наше производство. Для Краснодарского края производство строительных материалов – одна из лидирующих отраслей промышленности. 25% объема промышленного производства – это стройматериалы. Если сложить металлоконструкции, различные изделия для стройки, это порядка 40% продукции промышленной, которая выпускается в крае, это продукция для строительного комплекса. И очень большая проблема не только цемент, но и сухие строительные смеси, те же самые металлоконструкции, те же самые пластмассы. Но вот по цементу уже законодатель начал отрабатывать, и введены были изменения. В 2016 году была возвращена обязательная сертификация цемента, что и позволило нам хоть как-то контролировать его качество. То есть, приведу пример, сухие строительные смеси в настоящее время ничем не регламентируется их качество.
То есть нет ГОСТа, нет стандарта государственного, нет техрегламента. И вот что ты там намешал, что-то там продал. Добровольно сертифицировал. То есть это добровольная сертификация или технические условия. И идея законодателя, когда в 2003 году отменяли дательную сертификацию многих видов товаров, услуг, и подразумевала, что рынок заставит конкурировать между собой производителей, только качественные останутся на рынке. Но практика показывает, что и некачественные пока есть, к сожалению. Но вот по цементу вот, самая острая проблема, и те цифры говорят сами по себе, для нас очень важно, чтобы все-таки мы создали условия для легального производства цемента. Сергей Александрович, какие меры должны быть предприняты на уровне государства, на уровне, может быть, краевой власти, чтобы все-таки избежать, минимизировать этот ущерб, который имеет место быть, о котором вы сказали? Усиление контроля. Самое главное – усиление контроля. Законодательные акты нужно, соответственно, принимать для того, чтобы лазейки все убрать из возможности, вплоть до уголовной ответственности. Потому что если мы говорим о цементе, то это приводит к человеческим жертвам. Если сухие смеси, там действительно рынок может определить. Вот Кнауф лежит или сухая смесь другого производителя, которая просто невозможно на стенку нанести, потому что там... Полосы остаются. Это опять же, это опытный строитель знает, поймем. Ну, даже неопытный строитель, он всегда быстро определит, какая смесь лучше. Она не несет, по крайней мере, тех последствий, которые цемент может выдать. Я думаю, что и сейчас вот в пищевой промышленности у нас хорошая инициатива произведена или сделана на Кубани. Мы используем, и здесь же тоже нашу промышленность тоже можно сделать, и сертификат нашим кубанским товарам присылают для того, чтобы покупатель знал, если этот знак стоит качеством, значит, это хороший товар. Надо, вот как с лекарствами и с свиноводочными, продукции свиноводочной поступали, также и нам нужно, наверное, все-таки IT-технологии подключать, для того, чтобы можно было отследить производство товаром, самого производителя до конечного покупателя. Сейчас это все очень просто делается при наличии определенных программ. Когда человек увидит, вот мешок он пришел. По упаковке мы много здесь говорили, но это действительно очень важный элемент в том, чтобы понять, это образование самого покупателя, он должен четко понимать. Если он взял упаковку, а там адреса нет, значит это не то. Ты деньги платишь, но если ты решил сэкономить, мешки, да, это понятно. Но это не дает тебе уверенность, что ты купил качественный товар. Ну что ж, в масштабах страны, в масштабах края примерно проблема ясна, и меры тоже понятны. Будем ждать решения, что называется. Теперь перейдем все-таки больше, наверное, к частным, к физическим лицам. Дмитрий Юрьевич, какие советы вы даете, например, своим заказчикам, коллегам или, может быть, ну, просто своим друзьям, знакомым, как отличать качественную от некачественной продукции, кому доверять, если вот сертификаты вы, например, поставили под сомнение, да? Ну и как бы вас коллеги поддержали в этом смысле, что сертификация – это не показатель, упаковка подделывается. Что же делать, кому доверять? Я расскажу, как это у меня происходит. Я, допустим, если взять частный случай строительства дома, какая-то семья решила построить частный дом, двор или еще что-то, где необходимы эти строительные работы. Вот все же поняли, когда говорили, вот берут два мешка цемента, видят, там адрес есть, тут адреса нету. Это что говорит? Значит, ну нет ответственности, правильно? Нет адреса, нет ответственности. Некому предъявить. Соответственно, семья надумала сделать, построить этот дом. Она, допустим, семья бухгалтеров, там, юристов, они не разбираются, что им делать. Значит, первое, это что? Это нужно определиться, что это за человек предлагает свои услуги строительные. Потому что он же специалист, он разбирается во всех этих цементах там, и так далее. То есть, первое, смотрим его работу, где он еще строил. Если он нигде не строил, именно причастность его к строительству, чтобы должна была быть доказана. Если он нигде не строил, все, первый минус. Второе, надо понимать, где человека этого искать. Ну вот это как вот адрес мешком цемента. Если этот человек представляет какую-то крупную фирму, к примеру, строительную, значит выходить на эту строительную фирму, да, смотреть, где она строила, и что с этой фирмой можно взять. Если это такая фирма, которая директор стол и два стула, тоже нет смысла. Вот ко мне часто прямо на производство приходят клиенты и хотят разобраться в процессе, допустим. Посмотреть технологию. Посмотреть технологию, как это происходит. Посмотреть материалы, с которых делают. Вот дотошные. То есть одно дело, ты работаешь на субподряде у крупного застройщика, и этот крупный застройщик сам приедет и посмотрит. Не там
Не суп, да, через посредник ты. А чтобы ты нес ответственность. Здесь нужно понимать об ответственности. Вот. Если с мешком цемента понятна ответственность, здесь тоже два момента. Посмотреть, что человек строил, если он на рынке вообще, сколько лет на рынке и так далее. Посмотреть качество строительства. Да? А во-вторых, это, ну, чтобы спросить с этого человека ответственность, чтобы были договора, документы, адрес, где он живет, чтобы это желательно местный был. И только так. То есть юридическая прозрачность сделки плюс портфолио, да? Конечно, обязательно. Телефонный звонок принимаем. На связи с нами Москва, исполнительный директор Ассоциации Национальное объединение производителей строительных материалов, изделий и конструкций, председатель комитета по реализации стратегии развития промышленности строительных материалов Российского союза строителей. Андрей Николаевич Шелковый. Здравствуйте, Андрей Николаевич. Добрый день. Спасибо, что вышли на связь с нами. Сегодня разбираемся, в чем же причина такого, как оказалось, большого количества контрафакта на рынке стройматериалов. Хотим узнать ваше мнение, насколько велика проблема в масштабах страны. Мы вот в масштабах Краснодарского края обсудили, теперь наращиваем, так сказать, наши масштабы и хотим услышать ваше мнение. В чем причина, в чем проблема? Ну, смотрите, проблема на самом деле действительно велика, потому что по отдельным видам строительных материалов в регионах фальсификат доходит до 60-70%, наверное, так. Это, на мой взгляд, это уже очень большая проблема. А скажите, какие последствия наступают от использования таких некачественных материалов? Вот мы несколько примеров уже перечислили, но как с ними бороться? В чем же наша задача, главная цель? Нет, ну смотрите, на самом деле проблема заключается в том, что по подавляющему большинству строительных материалов действующие ГОСТы, да, которые, как мы помним, всегда были еще в советское время обязательными, и без них ни одна продукция не могла выйти на рынок, не могла применяться, тем более в строительстве. Сейчас они являются ГОСТами так называемого добровольного применения. Да? То есть производитель на свое усмотрение применяет их, ну, либо не применяет, либо применяет частично по каким-то параметрам. И единственное решение сейчас этой проблемы – это введение обязательного подтверждения соответствия. Есть разные варианты, это и принятие технического регламента, есть временный инструмент, который сейчас Министерство промышленности и торговли активно использует. У нас уже действует обязательная сертификация на соответствие ГОСТам по цементам. В этом году в июне вступила в силу обязательная сертификация по радиаторам отопления. В декабре месяце в этот же список войдет теплоизоляционные материалы, сухие строительные смеси. То есть будет обязательное подтверждение тех заявленных характеристик на соответствие принятым и утвержденным ГОСТам. Вот, собственно, то, чего мы так и ждем. Как раз утеплители и вот эти сухие сыпучие смеси. Спасибо большое, Андрей Николаевич, исполнительный директор Ассоциации Национальное объединение производителей строительных материалов, изделий и конструкций. Виктория Николаевна, теперь к вам хочу все-таки обратиться, вернуться, говоря о безопасности простых физических лиц, о покупателях, вот такие, как я, например, и как наши телезрители в большинстве своем. Как происходит у вас процесс отбора поставщиков для того, чтобы предоставить своим клиентам безопасную, качественную продукцию? И были ли у вас случаи, например, обращались ли к вам потребители с подозрением на то, что купленный материал был, например, некачественный или поддельный? Как-то приходилось с этим работать, убеждать людей в обратном? Ну, я еще такой момент хочу обратить внимание на то, что у нас в обществе наши продукты, они рассчитаны на разный слой населения. Конечно, да? У всех разные доходы. То есть наш покупатель это и более элит-сегмент и эконом. То есть нам здесь, естественно, нужно разобраться, да, в качестве товара. Нам еще сложнее. То есть что предложить этому сегменту, да, эконом, частный сектор, который не готов платить сертифицированной продукции и так далее. Да? Вот возьмем, допустим, профиля КНАУФ. Да? Все знают, что КНАУФ – это имя, да? Это ВМВ. Репутация, да, знаем, это слышали, репутация. Производим. Да. И все понимают вот ту ценовой сегмент. Да? А что взять вот частнику, который не готов заплатить такие деньги за эти профиля КНАУФ. Поэтому мы здесь очень тщательно подходим к тому, чтобы и в эконом-сегменте
выдавать все-таки продукцию более-менее качественную, скажем так. Угу. То есть альтернатива есть? Да, обязательно. Угу. Альтернатива должна быть всегда. Угу. Ну, что касается поставщиков, у нас, конечно, опыт очень большой. Угу. Все, естественно, через свой опыт. Да? То есть, как бы... Были моменты всякие разные, очень даже. И в данном случае сейчас уже сложился ряд поставщиков, которых мы стараемся не менять. То есть это действительно крупнейшие холдинги. Кнауф, Технониколь, да, не буду всех здесь произносить. Да, конечно, да. Да, Новос Цемент. То есть просто вот, пришло с опытом, остались только лучше. Пришло с опытом, однозначно. Ну что ж, отлично, будем сейчас заканчивать и этот второй блок. Прежде, Владимир Владимирович, вопрос все-таки к вам. Хочу завершить тему подделок. Кто заинтересован в том, чтобы в перспективе от них избавиться? Сколько времени может пройти, прежде чем мы очистим рынок насовсем? И возможно ли такое в перспективе? Вот, Денис, я специально... оставил самые свои вот слова дискуссионные, может быть, наконец. Угу. И вот я все-таки спешу возразить Сергею Александровичу, уважаемому мной, что все-таки мы не только обозначаем проблему, вот там плохо, там неправильно, там, но мы и предпринимаем действия. И даже сегодняшний эфир, это в том числе спасибо большое каналу Кубань-24, в том числе это определенный шаг на пути того, чтобы правильно сформировать потребительскую культуру среди жителей края, среди тех людей, которые живут в крае. Это один из важных элементов. То есть формирование правильной потребительской культуры наряду с усилением контрольно-надзорных мероприятий, это два элемента, которые краевые власти видят на пути к легализации рынка, к его наведению порядка в этой отрасли, в которой, ну, несомненно, за последние там, 15 лет произошли очень существенные изменения не в лучшую сторону. И я с Сергеем Александровичем тоже вот, ну, не поспорю, а его добавлю, что очень тяжело сейчас по линии контролирующих органов предпринимать меры. И Роспотребнадзору, стандарт, законодательство о защите прав предпринимателей. Он уж на всех распространяется. А очень часто недобросовестные предприниматели, в первую очередь, и прикрываются законом о защите прав предпринимателей, 294-м законом, говорят, что вы нас не трогаете. Так, вы же первые, не продавайте контрафакты, фальсификат. И это репутация самих предпринимателей. И знак, сделанный на Кубани, уже присваивается нашим производителям непродовольственных товаров, в том числе и строительных материалов. Тоже уже получат, да? Есть первые 17 компаний, которые получили статус «Сделано на Кубани». Мы рассчитываем на то, что уже второй этап конкурса, который уже начался, и принимаются заявки. И к концу года мы подведем итоги. Производители сухих строительных смесей, и строительных материалов, и цемента, и прочих-прочих будут носить с гордостью бренд «Сделано на Кубани» и на равных конкурировать с мировыми брендами. Которые мы назвали, да. То есть теперь не только на имя и марку надо будет обращать внимание, но и на значок, где произведено. Спасибо большое, коллеги. Сейчас мы уходим на короткую паузу, после которой продолжим говорить о качестве строительства в Краснодарском крае. Дождитесь. О качестве строительства наверняка задумывался каждый, кто хоть раз в жизни строил дом или делал ремонт в своей квартире. Знают многие, что это дело довольно дорогостоящее. И, как ни странно, большая часть всех расходов ложится именно на строительные материалы, от качества которых во многом зависит конечный результат ремонтных и строительных работ. Продолжаем в этой части нашей программы «Через край» говорить о качестве стройматериалов и о качестве строительства на кубанском рынке недвижимости в целом. И у нас обновленный состав гостей, которых я с радостью представляю. Николай Леонидович Кучерявский, заместитель начальника отдела государственного строительного надзора по городу Краснодару, департамента в строительной сфере Краснодарского края. Добрый вечер. Также с нами Черников Александр Иванович, дизайнер-архитектор, руководитель дизайн-студии, член градостроительного совета при губернаторе Краснодарского края. Добрый вечер, спасибо, что пришли. И Вадим Борисович Камалов, директор федеральной риэлторской компании «Этажи». Здравствуйте. Давайте начнем, наверное, не Николай Леонидович, с вас, потому что, ну, все-таки говоря о качестве строительства, хочется услышать ваше мнение, мнение эксперта, потому что, насколько я знаю, насколько я понимаю всю эту систему, именно вам отводится вот этот надзор, проверка качества, может быть, материалов, может быть, уже готовых зданий, строений. Расскажите все-таки, чтобы мы понимали, чтобы я не вдруг не задал вам лишних вопросов в плане того, чем вы занимаетесь. Все-таки что проверяете? Ну, давайте так. Ну, в соответствии с требованиями градостроительного кодекса, предметом государственного строительного надзора является проверка соответствия выполнения работ и применяемых материалов в процессе производства строительства, а также требования технических регламентов и проектной документации.
Так, то есть целый спектр. И как вы оцениваете, вот мы на сегодняшний день мы начали с того, что у нас не всегда качественные материалы используются при строительстве. Вот в тех домах, которые вам приходится проверять, наверное, это большие, крупные, серьезные застройщики, что вы скажете о качестве используемых материалов? Всегда ли они соответствуют тем требованиям, которые должны быть? Ну, специалистами департамента, значит, проводятся выездные проверки. В процессе строительства, ну, на объекте капитального строительства мы, в соответствии с программой проверок, ну, вот бываем 4 раза. Проверка фундаментов, проверка конструкции надземной части, проверка инженерных сетей, ну, и по обращению застройщика итоговая проверка. То есть непосредственно строительный контроль осуществляется на строительной площадке. В соответствии с требованиями, опять же, градостроительного кодекса и постановления правительства, определенным положением об осуществлении строительного контроля, проводится застройщиком, а если на основании договора, то и лицом, осуществляющим строительство. То есть это проводится ежедневный строительный контроль. Все эти порядок проведения, они определены положением правительства об осуществлении строительного контроля. То есть подрядчик и застройщик или на основании договора технический заказчик, они осуществляют именно ежедневный строительный контроль за порядком возведения, в соответствии с проектом организации строительства, видов работ, которые оказывают влияние на безопасность. И эти работы освидетельствуют. Так. Наши же специалисты в процессе проведения проверки проверяют, что визуальный осмотр первое, второе, проверка исполнительной документации. Исполнительная документация подразумевает собой что? Проект. Акты, освидетельствования скрытых работ, паспорта, сертификаты, качество на применяемые материалы, результаты лабораторных испытаний. Если в качестве взять уж бетон, да, вот, ну, где применяется это, то результаты лабораторных испытаний показывают какого качества, то есть какой прочности марки бетон. Если в проекте задана марка 350, то, соответственно, аккредитованным лабораториям проводятся эти исследования и испытания. Бетон испытывается в возрасте 7 суток, 28 суток, а также методами неразрушающего контроля. То есть уже в процессе, когда конструкция устоялось, это неразрушающее методом натрия со скалыванием или другие эти. Эти все процедуры, да? Процедуры, они выполняются именно аккредитованными лабораториями. Я понял. У вас очень непростая, да, работа в этом смысле, а для нас, для простых обывателей, так еще и терминология не всегда понятная. Хочется, Вадим Борисович, простыми словами, вот вы наверняка уже большой опыт, имея работу с недвижимостью, как оцениваете рынок готового жилья, которое сдается, вводится в эксплуатацию в Краснодарском крае, в Краснодаре? По, не знаю, если можно, по системе оценок, давайте какую-нибудь 10-бальную шкалу изобретем, как бы вы оценили, от чего зависит? Я даже был когда-то немножко связан со строительством, поэтому... Ну, я больше чем уверен, что в строительстве многоэтажных зданий, ну, любому и застройщику, и архитектору, и лаборатории намного дороже будет, так скажем, не провести правильно эту оценку, там, да, то есть, или изготовить какую-то некачественную конструкцию, потому что вот то, что сейчас на слуху, ну, это какие-то вопиющие случаи, это исключение, потому что, как правило, все проверяется очень хорошо и качественно. И тот же архитектор, который проектирует тот же фундамент и проектирует конструктив там здания, он всегда закладывает там двух, трех, там кто-то и десятикратное превышение, так скажем, всех необходимых характеристик. А учитывая, что в нашем крае еще есть сейсмическая активность, то есть у нас есть допуски там, да, по сейсмоактивности, насколько я знаю, там 9-бальное землетрясение. 7 баллов. Да, 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 да. 7-бальное землетрясение должны выдержать, естественно. Ну вот именно качество бетона я ни разу еще, ну вот в своей практике, я занимаюсь недвижимостью уже больше 20 лет, именно строительством многоэтажных сооружений, жилых зданий, ну я не замечал никогда, наверное, чтобы были какие-то разрушения или были какие-то там, да, может быть, да? Лестничный какой-то пролет там бывает, не совсем качественный бетон используется, но все-таки лестничные пролеты, они несущие конструкции здания, ну так скажем,
не несут каких-то... Да, но просто тем не менее, вот сегодня я перечислял происшествия, которые в нашей стране произошли, вот обрушились лестничные пролеты с 10 по 1 этаж. Уму непостижимо, но это все-таки, напомню, было не в Краснодарском крае, а дальше от нас. Александр Иванович, хочу у вас поинтересоваться, вот все-таки тоже человек с опытом, вопросом владеете. Я просто слышал такое мнение, не знаю, по каким критериям это оценивается, но люди, приезжая, например, на постоянное место жительства в Краснодар, говорят: ой, а тут такое жилье у вас вот некачественное, какое-то плохое. Вы как относитесь к таким оценкам? Вообще, есть ли у вас, например, претензии или вопросы к тем проектам, которые дизайнерам, архитекторам которых вы выступали, и потом к моменту реализации? Ну, будем так говорить, претензии, они, ну, снова достаточно, в моем случае, к моим коллегам будет некорректно. Угу. Есть пожелания, будем так говорить, так. Да? Но что касается, ну, как примером, да, приезжает человек, смотрит какой-то у вас там. Да, на самом деле, в нашем крае, наш край отличается в этом отношении не совсем, будем так сказать, тем образом и обликом, который бы хотелось видеть любому здравомыслящему архитектору. Угу. Ну, будем говорить вещи, называть своими именами, так, достаточно корректно, опять-таки. Угу. Вот. Есть достаточно некорректные примеры, что происходило у нас в центре. Слава Богу, на сегодняшний день эта вакханалия прекращена благодаря нашему губернатору. Вы имеете в виду высотную застройку? Да, и эти образы, и эти облики, у них нету ни облика, ни образа на самом деле. То, что мы имеем, допустим, в нашем центре, ну, будем так говорить, это недопустимо. Да? И исходя из этого, оно не соответствует так называемому центру, который должен выражать некое, ну, какой-то лицо. Характер, лицо города и иметь какую-то достаточно отразительную такую черту, по которой можно было где-то вспомнить: я бывал в этом городе. Да? Это такая открытка. И в связи с этим хотелось бы, конечно, чтобы у нас в этом отношении это все прогрессировало в эстетике архитектурной, да, и в нашем градостроительстве нашего, будем так говорить, города. Да. Ну, вот, а что касается качества? То есть вопросы качества вас интересуют? Знаете, на самом деле насчет качества я здесь тоже как бы поддержу коллегу. На моем я видел один пример. Это было ориентировочно... Уральская Стасова, да, где выстраивался некий, там сейчас он есть, этот центр торговый, где практически два перекрытия, они, в общем-то, сложились. Угу. Вот. Что касается многоэтажного строительства в нашем крае, я не видел ни одного и не слышал ни одного примера, что ну, произошло бы достаточно очень какое-то серьезное, сложное какое-то, да, мероприятие. С 1 по 10 этаж, как мы выразились, да, да, да? Ну, не было и не видел. И качество бетона, о котором сейчас очень часто все говорили, ну, не знаю, на мой взгляд, я еще не сталкивался. Ну, где-то что ж, с таким, знаете, когда опытные люди в студии материалом. Заявляют о том, что у нас с этим все в порядке, хочется им верить. Спасибо большое. Дмитрий Юрьевич, хочу с вами обсудить вот тот вопрос. Мы уже несколько раз говорили, что все начинается с проекта. Да? Вот, и даже опытные архитекторы говорят о том, что у нас вот к проектам какой-то точной вот этой застройки есть немало вопросов. Почему получается так, что вот проект может быть хорошим, а реализация не очень? Или наоборот, все начинается с проекта и... Если он провальный, тогда и здание в конечном счете будет и некрасиво, и некачественно. Чтобы что-то построить, нужно начинать всегда с проекта, вы правильно сказали. Ну, да. Мы, подрядчики, когда спорим в этот проект, мы не можем оттуда отклоняться, уходить от этого проекта. Угу. Вот, да, действительно получается ситуация, когда то, что указано в проекте, не будет определенной жесткости конструкции, не будет выполнять требования. Но... Сперва такое мнение получается, что у нас нету проектировщиков, у нас слабый, допустим, инженерный состав, который не может проектировать, нету таких, как, ну, на первый взгляд кажется, каких-то креативщиков, нет таких людей, которые могут делать практичные, прочные, надежные и недорогие вещи. Но вот получается, если взять события 10-12-летней давности, когда в городе был дан зеленый свет бесконтрольному строительству, начали на строительный рынок выходить бесконтрольно, хочу сказать, недобросовестные предприниматели, строители, там ИПшники разные, там, ну, вот много было. Это вот 2000,
пятый, шестой, седьмой, вот когда волна пошла. И, соответственно, слово «проект» его упростили, на нем экономили. А когда на рынок выходит большое количество игроков, происходит демпинг. В силу низкой культуры потребителя на эти квартиры, люди, ну, они смотрели на эти заманчивые предложения по цене. Вы все же помните 8-й год, 9-й год, 10-й год, когда квадратный метр опускался до 20-18 тысяч рублей за квадратный метр. Вот. Это, в одном случае это был долгострой, людей обманывали. А в другом случае это был, ну откуда там может быть хороший материал, если вот такая цена. Угу. Дальше по поводу проекта. Чем это у нас закончилось, чем мы это видим? Ведь проект это не только какого цвета там обои или какого там размера будет ограждение конструкции, а это привязанность данного строения к району, к коммуникациям, к местности, как это будет. Вот если посмотреть с вертолета на наш центр или на наш вот город, то это получается так. Вот стоит свечка, да? Непонятно какой архитектурной формы, рядом фавелы, опять свечка, опять свечка. К чему это привело? Вот это бесконтрольное строительство, когда государство не мешало, не влияло на расцвет этого бесконтрольного строительства. Тем, что стоит сейчас много настроенного дешевого жилья, очень дешевого, даже до конца недостроенного жилья, которое мешает расширять дороги, которое перегружает сети, которое невозможно снять, сдать в аренду, которое продать невозможно, потому что оно не используется, ну, спросом. Если сравнить цены, которые были на однокомнатные квартиры в тот период, 5, 6, 7, 8 год, и однокомнатные квартиры в этот период, да, ну, квартиры подешевели. Если посчитать инфляцию, посчитать ситуацию с долларом, которая изменилась, то есть получается, рынок нам, вот то, что мы сейчас имеем, рынок там показал, засорили город. Знаете, как город – это организм. Вот сейчас город засорен шлаками. Шлаками вот этого жилья. Ну вот, кстати говоря, о качестве, соглашусь с вами, что да, не только о качестве стройматериалов идет речь. Вадим Борисович, вопрос к вам. Неужели действительно у нас все так печально, как нам обрисовал Дмитрий? И ваши клиенты при покупке жилья задумываются ли они действительно, на что смотрят сейчас? Безопасность, материалы, расположение, не знаю, инфраструктура. Что выходит на первый план? Сейчас потребитель стал более, наверное, таким привередливым. То есть, если раньше скупали все на этапе котлована, и люди редко там смотрели, наверное, действительно за именем там, да, или за репутацией застройщика, то сейчас, ну, народ, так скажем, стал таким избирательным. Они уже избирательно подходят, смотрят, все-таки категории уже ближе к жилью комфорт подходят, да, то есть это обязательно обеспеченность социальной инфраструктуры, это транспортная инфраструктура достаточно развитая должна быть. Поэтому сейчас, наверное, системные застройщики, они вот становятся все более и более востребованными. А вот о тех случаях, о которых говорит коллега, их становится все меньше и меньше, потому что, ну, действительно, случаев, когда происходит вот это самовольное строительство, когда на, допустим, земельном участке, предназначенном под индивидуальное жилищное строительство, вдруг вырастает многоэтажка, и... Ну, как вот у нас там в Краснодаре и в Сочи. Я просто сам приехал из Ханты-Мансийска. У нас, ну, можно так сказать, там строительный рай, там, да, в том плане, что там все правильно, все по документам, все регламентируется очень четко, и ты не можешь купить себе разрешение на строительство. Как говорится, там печать в одних руках. А в то же время, вот в тот период, когда вот это вот вакханалия на рынке происходило, каждый строил все, что он хотел вообще, да, и с нарушением всех мыслимых и немыслимых строительных норм и правил, с нарушением всех противопожарных норм. Ну, все, что, к чему все это привело, мы это все видим. Мы знаем, да, по некоторым, да, районам. И вот сейчас, да, вот буквально ливень, который у нас прошел в выходные, это же опять же последствия того, что в ливневую канализацию там засыпает строительный мусор, там врезается непонятно каким-то образом, там даже бытовую канализацию туда врезают, ну и прочие вещи. Все это, ну, в свое время очень сильно повлияло. Теперь это жилье стоит намного дешевле. Ну, допустим, да, вы можете просто зайти на сайт того же Авито и посмотреть, сколько стоит жилье в музыкальном микрорайоне. Все же понимают, да? А особенно, когда вот такой ливень пройдет, количество объявлений там увеличивается сразу кратно, и цены падают, потому что люди стараются избавиться от этого некачественного жилья. Спрос на это жилье есть? Покупают его? В основном его приобретают те люди, которые не знают об особенностях этого жилья. Это приезжие, это мигранты, у которых действительно может быть не так много денег.
Но те, допустим, которые попадают к нам, мы, конечно же, рассказываем правду, говорим, показываем видео, говорим, что к чему это может привести. Угу. Это покупка. Ну и люди, как правило, отказываются, потому что все. Ну, разумно. Это тоже имеет место быть. Говоря о качестве строительства в Краснодарском крае, о котором мы продолжим говорить после короткой паузы, не переключайтесь. Прямой эфир телеканала «Кубань-24» продолжается. Жаркие обсуждения у нас происходят здесь в студии во время рекламы. Сейчас мы их продолжим. К нам присоединился юрист, старший партнер юридической компании «Интеллект» Алихан Дадаев. Здравствуйте, Алихан. Добрый. Ну и сразу вопрос тогда к вам. Скажите, есть ли к вам обращение за помощью по качеству строительных материалов, по качеству строительства жилья в Краснодарском крае? Насколько вообще актуальна проблема для вас, как для юриста? Приходится ли что-то оспаривать, доказывать в суде? Да, процентов 30 дел у меня таких. То есть это довольно очень большой, довольно, крупный процент. Да, это очень распространенно. Угу. И дело в том, что у нас, ну, по качеству строительных материалов, дело в том, что у нас в основном люди, я не знаю, голосование как идет, но скажу. В своем... Продолжайте, да. Я пока тут Но посчитаю. В своей практике люди обычно обращаются к подрядчику, да, который делает ремонт или возводит, ему проводит какие-то работы, и все дают ему на откуп. Где он приобретает, там он приобретает. А в последующем потом возникает обстоятельство, что, например, материал, там, ну, я не буду говорить именно про цемент, а там кухня, да, например, вот у меня буквально вот вчера была встреча с человеком, вот ко мне он сбросил документы, заказал кухню, короче, у него вся столешница вот так поплыла, то есть, и он теперь как бы, то есть, разбирается с тем, кто ему делал эту мебель. А потом качество ремонта зачастую, то есть, например, была ситуация, когда даже вот у меня клиент был, который провели внешний фасад, там, ну, как бы сказать, материалы, обустроили. Да. И он потом пошел трескаться. То есть у них спор теперь тоже... Ну, смотрите, Алихан, вот я могу понять логику потребителей, которые отдают, как вы сказали, все на откуп подрядчику, который берется. Потому что если ты сам покупаешь материалы, а подрядчик тебе что-то делает, всегда может возникнуть противоречие. Если будут какие-то проблемы, подрядчик скажет, ну, я эти материалы не брал, ты брал, вот иди разбирайся там, где покупал. Может же быть такое? Это сложнее. Это зачастую так и бывает. Но даже есть, понимаете, потребителю от этого не легче. Вот что самое удивительное, он сам брал и пойдет он разбираться, или он через подрядчика. По-моему, мое личное мнение, лучше хоть как-то в этом участвовать. Лучше, наверное, брать с собой подрядчика и ехать, да, и смотреть, где. Потому что если потом, к примеру, да, вы подрядчика этого не найдете, да, потому что у нас подрядчики в основном это индивидуальный предприниматель или вообще люди с улицы, которые, просто занимаются, как у вас там в рекламе идет, выйди из тени, да. Занимаются какой-то определенной деятельностью и все. А так он хотя бы знает, где этот товар приобрел. Если он же, то есть товар там неправильно был уложен, да, или, например, он сам товар был некачественный, как бы про что мы говорим, про материал, то он может предъявить претензию непосредственно продавцу, изготовителю этого, как строительного материала, и с ним уже разбираться, и какие-то деньги с него взыскивать. А ушел подрядчик, нет подрядчика, и все как бы, то есть все потерялось, никто не знаешь никуда идти, ни в какую дверь стучаться. Нет, нужно принимать участие, нужно самому смотреть, нужно самому выбирать, и ты должен, как бы, каждый человек кузнец своего счастья. И если ты хочешь получить хороший ремонт или, например, хороший возведенный дом построить, то если ты не это отдашь кому-то, он построит точно так же. Вот ему это не надо. Это вам надо. То есть я себе строю дом, я в нем жить собираюсь, семью свою растить. Ты построй, а я там буду жить. Он построит вот такой. Это не ему. Он не себе строит. То есть нужно посвятить себя полностью процессу строительства? Не полностью, но хотя бы как бы дать понять подрядчику, что тебе это интересно, что ты будешь контролировать, что ты будешь знать, что ты хочешь все это вникать. Как бы, то есть нужно давать на это. А в таком ключе тогда вопрос о культуре потребления. Дмитрий Юрьевич, вам его адресую. Что с нами не так? И почему мы допускаем такие ошибки, такие провалы, когда заказываем строительство или ремонт собственных квартир? Мне кажется, лень. Лишний раз. Посмотреть в интернете, мне кажется, лень лишний раз, как я уже говорил, пойти посмотреть, что это за поставщик, откуда он, где находится, чтобы его привлечь к ответственности. Вот. И сама культура, если и покупают дешевые или там плохого качества, сомнительного качества какой-то материал, значит, на это есть спрос. А этот спрос, конечно, поддерживает этих производителей, они остаются на рынке. И вот в данном случае, мне кажется, здесь необходимо какое-то просвещение, образование населения, которое
повышала свою культуру. У нас сейчас средства массовой информации, социальные сети все плотно сидят. Но почему через эти социальные сети, да, администрации не подумать, как вот поднять вот этот вопрос? И, ну, у нас же там продукты питания как-то продвигают, за здоровьем нации кто-то пытается следить. Почему здесь не могут это сделать? Почему, если семья юристов, как я говорил, да, или семья врачей, да, вот, они даже если возьмут этого подрядчика, приведут его на какой-то строительный объект или в какую-то настройплощадку, но он же все равно же может обмануть, потому что ну, они не просвещены, не знают эти детали, нюансы и так далее. А в условиях бешеного капитализма, да, когда идет по максимуму получить прибыль, да поменьше вложиться, да, мы получаем такой вот результат. И люди обманутыми оказываются. Вот. Поэтому здесь надо как-то просвещать население. Вот давайте спросим, Вадим Борисович, вы случайно не просвещаете, не занимаетесь по роду своей деятельности, потому что, ну, какая-то печальная картина получается. Если у тебя нет времени полностью там посвятить себя стройке, да, своему объекту, то и доверять, получается, никому, что ли, нельзя, чтобы потом не ходить по судам, не обращаться за помощью к юристам. Просвещаем обязательно, и самое интересное, у нас есть даже такая услуга, есть люди, которые приобрели новостройку, допустим, без нас, и мы эту услугу проверки качества строительства, то есть есть у нас специально обученные люди со специальными инструментами, которые проверяют качество выполнения строительно-монтажных работ, которые проверяют неразрушающим способом там те же перекрытия, там те же стены, пустоты. Ну и так далее, и так далее. Это можно сделать на этапе приобретения или до приобретения? Это уже по факту приема. Да, то есть мы, понимая, что люди не обладают специальными умениями, знаниями, помогаем им, оказываем квалифицированную помощь для того, чтобы они могли оценить качество строительства. И если качество не соответствует, то тогда уже уважаемые юристы, адвокаты вступают, ну, уже основываясь на результатах нашей какой-то экспертности, экспертизы. Они уже тогда, ну так скажем, ну как правило происходит следующая ситуация. Если мы выявляем какие-то строительные недочеты, то если это подтверждено мнением экспертов, то застройщик, как правило, реагирует и устраняет. Да. И это очень важно. Почему? Потому что люди же в эйфории находятся, когда вот они, особенно те, кто долго очень ждал, там, допустим, сдачи своей новостройки, он получил, он уже просто говорит, да, давайте я уже подпишу быстрее, там, давайте мне ключи, я быстро начну делать ремонт. И когда начинается ремонт, уже начинают вылезать все вот эти строительные огрехи. Я вот здесь рекомендую всем, ну, действительно, очень много в YouTube всевозможных роликов и так далее. То есть сейчас информационная поле такое, оно достаточно насыщенное, то есть информация открытая. Можно посмотреть и узнать, как правильно принимать, как правильно, куда смотреть, на что обращать внимание. Вещи, да? Николай Леонидович, хочу к вам обратиться. Скажите, а вы работаете только с крупными вот, застройщиками, с вот этими подрядными организациями? К вам могут обратиться, например, с подозрением на качество строительства простые частные лица? Как-то вы им помогаете или это вообще не ваша сфера? Нет, это немножко не наша сфера, но я немножко вернусь к тому, пожалуйста. Что вы не говорите. То есть в процессе строительства вы не говорите, и осуществление государственного строительного надзора, вы не говорите, вот, в случае, если застройщик или лицо, осуществляющее строительство, отступает или нарушает технические регламенты, то, согласно Кодексу об административных правонарушениях Российской Федерации, предусмотрена административная ответственность. То есть, если за нарушение технических регламентов, то здесь ответственность, будем говорить, для юридических лиц от 100 до 300 тысяч рублей. А если за отступление от проектных решений, то здесь административная ответственность еще выше, от 300 до 600 тысяч. Поэтому отступать от проектов или нарушать требования технических регламентов очень дорого. Вы знаете, поэтому... мне как приобретателю жилья, наверное, не легче от того, что кого-то где-то оштрафовали. Его обяжут строить согласно проекту? Конечно. Почему? Потому что если в процессе строительства выявлены отступления, то застройщик обязан что? Внести изменения. И опять же, что? Утвердить эту проектную документацию в установленном порядке. То есть пройти опять экспертизу, если были допущены отступления. Или застройщик принял решение, что? Ну, внести какие-то изменения. То эти изменения должны опять пройти через экспертизу. Но ответственность за нарушение этих, она предусмотрена и есть. То есть в нашем, вот в самом процессе, вот мы говорили о качестве строительства там, бетона, это в нашей практике имеются такие же тоже случаи. Что мы будем говорить, согласно проектной
проекта, угу, прочность бетона должна соответствовать 350 кг на квадратный сантиметр. В результате проведения проверок, то есть и лабораторными испытаниями, подтверждена, что прочность 300. Это уже влечет за собой что? Внесение что? Во-первых, разбирательство. Какой бетон, откуда поставщик? Угу. То есть это уже, будем говорить, сама ответственность поставщиков. Потом, внесение изменений. Опять же, нужно разработать проектное решение по усилению этих конструкций. То есть это очень затратный механизм. Разработали эти усиления конструкций, надо опять пройти экспертизу. Я понял, то есть застройщику потом себе дороже выйдет же, да, экономить на этап строительства. Ну да. Что ж, будем надеяться, что они относятся на должном уровне к своим обязанностям. Алихан, а вот мы говорим о качестве строительства, да, наверное, сейчас ремонт пока на второй план уберем, несмотря на то, что много обращений, как вы сказали. А если я после приобретения квартиры, после получения всех документов, обнаружу какие-то, ну, серьезные недостатки, которые, как мне кажется, не может устранить застройщик. Если, взять программу «Максимум», могу ли я расторгнуть договор купли-продажи квартиры? Вот в таком ключе. Смотрите, да, дело в том, что тут первый вопрос. В соответствии с 214 федеральным законом на объекты дается гарантия. 3 года и 5 лет. Там я точно сейчас не воспроизведу, как в законе написано, но там, по-моему, инженерное и технологическое оборудование — это 3 года и остальное 5 лет. Если вы обратитесь с претензией, да, то главный вопрос, устранимо или неустранимо то, что вы выявили. Если это неустранимо, да, вы имеете право расторгнуть договор. Если это устранимо, то застройщик это устранил, все. В первую очередь. То есть вот так вопрос этот решается. То есть нельзя, потому что, понимаете, то же самое, что купить автомобиль. То есть вы покупаете, конечно, крупный объект. То есть, и, конечно, вы там увидели, что там трещина пошла, короче, вы, все, я расторгаю с вами договор, такого не будет. У нас есть на сегодняшний замена, день в 214 федеральном законе единственное, там, ну, не единственное, одно из оснований, как бы, то есть если объект должным образом построен, в соответствии со всеми проектами, но при этом имеется увеличение площади более чем на 5%, вы имеете право расторгнуть договор, но не доплачивать. Более 5%. Есть, да, такие нюансы. Да, но именно что вот вы обнаружили что-то, я говорю, опять же, тут главное, все устранимо, нет проблемы. Хорошо, Алихан, спасибо. Давайте телефонный звонок еще успеваем принять. Не так много времени до конца программы остается, но наши зрители хотят услышать ответы на свои вопросы. Слушаем ваш вопрос. Здравствуйте. Здравствуйте, меня зовут Наталья. Я хотела задать вопрос специалисту по надзору в строительстве, который вот выступал предыдущий. Вот, хотела уточнить, вот сейчас вот какое ни возьми жилье новое, новостройки, очень большая слышимость. Вот, как вообще вот вы принимаете такие квартиры, особенно в блочных домах, да и в кирпичных тоже? Вот. И можно ли все-таки строить по-другому? Ведь люди даже чуть ли не шепотом разговаривают. Любой смех, любое чихание слышно очень сильно. Вот как решить эту проблему? Спасибо за ваш вопрос, Наталья. Напомню, времени не так много. Николай Леонидович, вопрос адресован к вам. Скажите, есть такая проблема? Как ее решать? Такая проблема, она есть, будем говорить, но, будем говорить, повлиять на эту проблему можем бы говорить, ну как, есть проект, который прошел экспертизу. Эта экспертиза, в том числе на санитарно-эпидемиологические требования, она тоже проходит эту экспертизу. Поэтому те проектные решения, которые были приняты в проекте, они проходят экспертизу. И если это все соответствует этим, поэтому, конечно, будем говорить, дополнительные мероприятия какие-то разработать, поэтому, ну, ради бога. То есть я правильно ли понимаю, что у нас на сегодняшний день такие стандарты качества жилья, которые вот позволяют строить именно в таком ключе и ничего с этим не поделать? Правильно? Только сами могут изолировать потолок, стены, сами квартиры, собственники уже когда квартиру купили, когда гипсокартоном стены зашивают, вот тогда они могут использовать это. А так, к сожалению, 60 сантиметров. Проектное решение. Толщина плиты 200, стяжка 5. Может быть, в некоторых проектах еще есть звукоизолирующие прокладки, а так они делают испытания, делают это, не превышает децибелы. Все. Надо покупать качественное жилье. Вот, давайте, у нас 2 минутки буквально остается. Немножечко советов, на что обращать внимание при покупке, Вадим Борисович. Ну, хороший застройщик, он всегда показывает там, да, пирог так называемой стены, то есть, да, и мы понимаем, что дешевое жилье, оно... По определению не может быть качественным, да, если строитель экономит на строительных материалах, там, да, он действует в рамках регламентов, но они все по минимальным требованиям выдерживаются,
хорошее качественное жилье, комфорт класса, оно будет обеспечивать как раз вот те повышенные требования к звукоизоляции, к теплоизоляции там, да, и прочим каким-то характеристикам. Но это жилье, понятно, будет дороже, потому что ну, чудес не бывает. Все, что дорого, оно качественно, все, что дешево, к сожалению, качественно бывает редко. А какая цена квадратного метра на сегодняшний день вот в Краснодаре, в Краснодарском крае, если мы говорим о качественном, хорошем жилье? Да, хорошее качественное жилье начинается от 50 тысяч рублей за квадратный метр. Поэтому, да, у нас на рынке сейчас есть и 35, и 37, но это будет... Определенный риск. Да, это будет риск. Ну что ж, спасибо большое нашим гостям в студии. Мы подошли к концу. Насколько могли, насколько успели, ответили о вопросах материалов, которые используются при строительстве и при ремонте нашего с вами жилья. Вопросы еще остались. Я думаю, встретимся снова в этой студии для того, чтобы продолжить обсуждение. Сейчас короткая пауза, после которой вернемся к результатам. О качестве строительства и строительных материалов говорили сегодня мы в студии программы «Через край». И в самом начале программы мы спросили, как вы думаете, наши дорогие телезрители, как же выбрать строительные материалы качественные? И предложили 4 варианта ответа, я их напомню. Вариант первый – покупать в крупных магазинах. Вариант второй – доверяться выбору подрядчиков, следовать совету знакомых или покупать напрямую у производителя. И сейчас давайте посмотрим на ответы, что же, какие результаты стали самыми популярными. 47%, почти половина опрошенных, доверяют крупным сетевым магазинам. Следующий по популярности ответ 23%. Следовать совету знакомых, то есть спрашивать у друзей. 19% понимают, что покупая напрямую производителя, вы гарантируете себе качество. И лишь 12% готовы доверяться выбору подрядчиков. Все наши гости, в принципе, бы согласились, наверное, с таким расположением популярных ответов. И призывали не оставаться терпимыми к некачественным материалам и не экономить на себе и на строительстве. А на это был «Через край». Спасибо, что вы были с нами этим вечером. До встречи в прямом эфире.